Истинные правители мира Юлии возвращаются на наши экраны. Я вас приветствую, друзья, с вами Вирус, естественно, Рим Ремастер. А без него мы не останемся ни в коем случае. Мир захватим. Но в идеале, конечно, я хотел, если честно, захватить полностью карту за Юлиев. Так спокойненько, размеренно, ну, времени полно будет. Чтобы это все осуществить. Да, еще я люблю идеальный момент подбирать. Ну, некоторые, возможно, это могли уже давным-давно понять, да, что фраза «лучший враг хороший» про меня бывает. Это фраза. Так, здесь мы готовы, здесь мы комплектуем армию. Уже с пальмы перебрасываем. Если что, в любом случае тут пока набираются, пусть преторианцы тоже про запас. Тут что у нас я делал? Вспомнить все называется. Эх, особенно различные происшествия на Марсе. Так, ну тут все хорошо, здесь все замечательно. Сдаем ход, а там сейчас... Если что, они сами о себе напомнят. Вполне возможно. Мужиков с пиками отправлять к амазонкам, ну, конечно, это... Это самое то. Они идеальненько для этого подходят. Но пока поход туда... Положим конец кровопролитию. Не-не-не-не-не-не-не. До скорых встреч. Но пока туда не планируем все-таки двигаться. Сейчас наша задача, ну, уничтожить Сенат, одержать победу. Может быть, на стриме оформим быстрый захват всего остального. Ну, на самом деле, скажу честно, если на стриме я не оформлю полный захват, то я вне записи по-любому оформлю полный захват. Ну, вне записи это будет гораздо быстрее, прям в разы быстрее. Потому что, ну, я рассказал, что за славян, да, я там добил карту, захватил полностью. В принципе, за несколько часов. Чем могу вам помочь? Так, ты нам можешь лучше помочь этого. Вот здесь попробуй торговать. Пока неудачно торгуешь, правда. Ну, что же сделаешь? А, вышка. А ну-ка, я больше не медведь. Иди сюда. Мини-игру нашу с вышками никто не отменял. Она, естественно, будет продолжаться. Кавалерия подкрепления идет. Подходящий муж не идиот, вроде бы. Это хорошо. Можно тебя оставить в этом поселении. У нас шансы так-то есть, что до войны с Сенатом кто-то из этих не доживет. А нам нужны будут предводители. Ну, лидер фракции, тебя можно отправить сразу вот сюда. Как ни крути. Я предлагаю прям лидера и перебросить сразу. Немедленно. Именно лидер фракции должен будет возглавить атаку на Сенат. Так надежнее, так прочнее, так будет вернее. Куда вернее. Так, ты здесь, ты... Я не знаю, куда тебя, если честно, сейчас отправить. Ну, сиди здесь пока, обучайся. Ты тем более не можешь добежать Ареции, да? В Ареции у нас еще. Не можешь добежать вслед за предводителем к нашей столице. Объявлена война, дом Сципионов. Ну, там германцев-то что-то добивать уже. Ареции. У нас... Парочка торговцев даже здесь уже доступна. Жду вашего приказа. Но с торговцами сейчас еще смотр устроим. Ну, прям так вот, знаете, гоношиться, как бы я делал, допустим, если добивать карту вне записи, я не стану. Все равно аккуратненько работаем, строим, развиваем. Торговцев отправляем работать, не халтурить ни в коем случае. Никто у нас простаивать не будет. В Лугдуне
Пусть дороги будут. Трир тоже дороги. Эмбарак можно начинать. Сколько я собираюсь Колизей где-нибудь возвести, но необходимости пока нет. Можно брать Рим. Будет символично, кстати, брать Рим именно местами хотя бы, чтобы присутствовали гладиаторы. А? Ну, думаю, стоит этим заняться. В Цирте. Что у нас тут? Порт. Либо снести его сейчас, либо пока что подождать. Пока это не горит. Но, с другой стороны, культура ухудшается. Не, ну, а надо будет сейчас спрятать наш флот. Флот наш надо будет спрятать. Давай, казармы пока возводим. Удобно, что открываешь список, закрываешь список, и он остается на том месте, где ты его читал. Ну, вот это вот прям местами в Вархаммере даже не хватает. Ну, вот в списке, когда справа выпадает что-либо. Ну, давай будем бороться с какими-то проявлениями чумы. Это у нас и в Вархаммере там чума, это порой неприятно сказывается. Порт уже наш, дороги в целом можно переделать. С чумой пока рановато может бороться. Надо культуру поменять с партией. Поселение зигов. Зиги-зиги. Давай стены, порядок. Давай стены. Карфаген ремонтируется. Тут все хорошо. Нет в очереди. Кстати, а что-то ремонт влез раньше времени. А тут ремонтировалось все. Нет, нормально, это тоже ремонт. В этом плане у нас все хорошо. Вышки идем. Господин! Ставим аккуратненько, обходим. Кавалерия, отлично. Приказы? Ты у нас на границе. Вперед! Тучи хмуро ходят, размещаешься. Приказы? Вперед! Построить башню. Вечно вот эти вот хмурые у меня границы, да? Вперед! Охраняй. Ну, война однозначно будет сейчас. Даже если я начну тянуть опять резину, после проверки Сенат объявит нас какими-нибудь предателями. А Сенат уже прям ждет этого, чтобы объявить нас предателями. Он жаждет. Он выдал нам задание, которое, ну, с нашим убийцей мы не выполнили. Флот в коем случае. Да-да, присаживайся! Да-да, капитан. Господин! Ну, переобучи этот флот, найми новый. С пиратами нужно бороться. Забить их. Победа! Преторианцы. Здесь, ну, нанять можно. Ну, 200 человек охраняют 6 сотен. И пока что с порядком разобраться не могут. Налоги нормальные, запас небольшой. Разрушить что-то тут, ну, не получится. Здесь придется народу нагонять. И причем извне обязательно. Обязательно извне. Так что вот эти две когорты мы отправляем охранять уже. В боях они принимать участие в дальнейших не будут. Хорошим это может не закончиться. А что у вас по строительству? Ну, не так важно. Там, ладно, пусть пехота нанимается, это будет. Здесь Колизей. Баньки даже отодвинем. Колизей готовим. Готовим Колизей. Император! Флот готов. А тебе мы позаботились?
Переобучи, позаботься. Не трогай пока никого. Этот стек нужно убирать, естественно. Флот более-менее плавает, народ оси высадит армию и будет заниматься тобой. Кто готов добить германцев? А ну-ка. А ну-ка, парни. Объявляется конкурс. Кто у нас здесь готов уже добить германцев? Молодец. Осаждаем поселение. Осаждай. Осаждаем поселение. Полководец. Полководец. Шевелись. Готов здесь. Вышку. На следующий ход мы однозначно захватим это. Можем от Аня, не можем отогнать его пока что еще. Отогнать пока его не получится. Кавалерию отправлять с амазонками бороться, но это убийство просто отряда. Они просто все погибнут там однозначно. Ни в коем случае я так делать не хочу. Чем могу вам помочь? Нулевой клиент. А ну-ка. Жду вашего приказа. Банкрот. Конкурента. И торговцев. Сейчас хотя бы смотр торговцев устроим. Сколько зарабатываешь? Ноль. Да? Ты сидишь в городе. А, тут здесь не в городе, подожди. Получаю товары. Тоже ноль. Но хоть что-то получаю будешь здесь товары зарабатывать, а? Ну, я надеюсь. Прибанкроть его. Конкурента. Этот-то получаю уже освоился. Товары. Он прям хорошо. Молодец, 700 он приносит. 195 на золоте. Ну. Жду вашего приказа. Халтурка. Я не могу этого сделать, повелитель. Можешь все. Не прибедняйся. Этот отлично работает. Хорошо. Сойдет. Великолепно. Хорошо. Отлично. Сойдет. Нормально. Есть контакт, тоже вон и золотишко кто-то может приторговывать более-менее вменяемо. Не все такие халтурщики. Вон, 2700. 2700! Чертей. А тебя даже не знаю, куда перебросить. Ну, торгуй, торгуй здесь, в торжке. Лучше вряд ли найдем. Да. Ему вряд ли. Ой, первый кордоблет, тут у меня торговцев сколько. Понанималось, и людям заняться нечем. На железо. Попробуй, если что, отправишься к столице торговать. Да, тут не просто по доходу нужно смотреть. У меня да, некоторые вообще... Даже еще не назначены. Получаю товары. Соберитесь в поход. Разобьете эту армию, и я вас переобучу даже. Сотни тут. В принципе, хотя бы что-то зарабатывает уже нормально. Даже вот тут мрамор и древесину да, переделывать не будем. Потому что тут у нас очень много торговцев. Четко и ясно. Получаю товары. Ну, хотя бы начал работать. Жду вашего приказа. И я даже не помню, чтобы столько торговцев нанимал, если честно. Предыдущих сериях. Ну, как бы перерыв был, ну, не сказать, что прям огромный, да, между сериями. Прям, чтоб, ну, вот. Прям, чтоб колоссальный. Давай, один отправится сюда, а один отправится... Ну, янтарь. В принципе, у нас в свое время янтарь продавался прям как горячие пирожки разлетался. Великолепнейше продавался.
свинец железа. Отправляйся сюда. А может, это накопилось? Может, я где-то нанимал торговцев, потом забивал на них. Немедленно. Все может быть. Кто помнит, что напишите. Кто, может, недавно посмотрел предыдущую серию. Мне аж самому интересно стало пересмотреть. Где ж там это случилось? Где ж там это было? Ну, давай вот сюда. Серебро, янтарь. Тут, если что, есть вариант. Повелитель. В крайнем случае. Получаю товары. Вот этот прибанкротит его, и янтарь освободит. Да, мой повелитель. Тебя. Старший товарищ позаботится о младшем. Помочь. Поддержка малого бизнеса. Немедленно. В том виде, в каком она есть. Да, мой повелитель. Ладно, ты хотя бы 120 получаешь, что молодец. Да, мой повелитель. В Малую Азию можно отправить тоже торговца, и он бы начал приносить сейчас хоть какой-то доход. Но не факт, что это прям хорошая идея, потому что с Малой Азией нам тоже сейчас в самое ближайшее время воевать придется. Сию минуту. И последний торговец. 17. Получаю товары. А, он вообще для тебя не торговый ресурс, да? Ну, янтарь, сию давай, иди сюда минуту. Тоже. Здесь есть молодые, которых мы сейчас прибанкротим. Алководец! Собственно, лично. Алководец! Не-не-не-не. Построить башню! А ну-ка, давай еще вот сюда башню сгоняй, поставь. Башен много не бывает, правильно? Если где-то что-то ты не видишь, значит, у тебя нехватка башен. Не до башен. Армия это идет, перебрасывает силы. Здесь тоже мы, получается, объединим их и уже будем перебрасывать с Карфагена. Тут прям флот, я думаю, даже можно... Хотя нет, давай, ладно. Пока оставим здесь пехоту. Ну, справится. Потом его переобучить можно. А с германцами вышки и один стек в пути. Особых даже боевых действий нет. Полководец этого. Я планировал перебросить. Повелитель, полководец! Но в Кордубе он нужен, ладно. Он лучше порядок наводит, не будем. Да-да, капитан. Высаживаемся. Да, капитан. Да-да, капитан. Есть контакт. Дальше. Мы его переобучить успеем. Эта армия возвращается домой. Здесь рокировочка завершается. Сделали полный круг. Ну вот они бруты начинают нас подставлять. Пытаются банкротить наших торговцев. И у него получается. Мерзавец. Мы из таких далеких земель, из такого торжка это все везли, а ты? Некрасиво так делать, Брут. Перемирие, греческие дома. Но греческие дома, медиалане, отлично. Расширяется, но... Все-таки ладно, строим основную постройку. Достойная жизнь окончена. Правитель. Ну вот и мы ему местечко нашли этому. Торговец. Так, мотогонщик это отсюда. Торговец. А, Батавадур, Батавадур, я не помню, где он у нас. Так, дева. Вот он. Помню, что где-то тут он... На севере обитал. Вот оно и серебро. Замечательная кузница. Потавию можно будет переобучить, пока мы ждем преторианцев потихоньку.
готовиться к этому. Можно и легионеров тут в Потаве на самом деле также готовить, нанимать. Уровень-то 5 города. Спокойно потянет. И самих претарианцев можно уже здесь нанимать. Пом-пом-пом, давай с лучниками пока продолжим бодягу. После свадьбы, смотрите, не дотягивался там. Ну, не сказать, что все силы отдал, да? На брачную ночь, судя по всему. Ну, чуточку так-то себя не пожалел. Или свою свиту. Ну, там же ж как оно обычно в отряде. Товар один, хотя бы кто-то, если в отряде устал, то все. А остальные передвигаться не могут. Все по слабому. Ну, по факту так-то да, в отряде сила отряда равна силе самого слабого. Да? Это было всегда так. Это точно. Так, ну, Вализе возводим. Тут молодой, перспективный. Порядок сможет наводить. Новый Карфаген. Сообщения не было об улучшении города. Ну, эта проблема так и осталась. Сообщения порой просто игнорируются. И главная чума еще закончилась. Приятно. Фессалоники. Ну, поля давайте перестроим. В Афинах дороги уже наши, хотя бы какой-то уровень. Хотя бы какой-то уровень. Это самое лучшее определение. Ну, давай, ученых. Котов завезем сюда. Каринф. Твоя земля. Тут дороги логичнее было бы сейчас построить. Хотя вот у нас молодой перспективный еще какое-то время может остаться в городе. Порт. Поселение маркоманов, дороги, кузница. Ну, хорошо, давай поля. Это нужно разрушить. Кузницу тоже можно в данном поселении разрушить спокойно. Влияние другой культуры уменьшить. Можно и кавалерию снести, и стрелков снести. Начать рынок перестраивать. Потом перестроим поля и дальше. По накатам. Так, блокировка твоя не поможет, поверь. Еще мы тебя не потопим, но спасти своих не получится. Никого нет, кроме меня. Никого. Кстати, надо было отправить Гнея Безумца. Я что-то про него забыл. Как же пчелы, да? Я ж его не присоединил к армии. Косяк. Флот сюда. Сейчас для тебя мы, родной, специально флот создадим. На следующий ход, ну, отправишься следом в итоге. Потому что ты нам там нужен. Ты очень умные вещи говоришь. В тебя люди верят. То ты одними пчелами не отделаешься. Чем могу вам правильно? Лучший товар, жду вашего приказа. Люди в тебя действительно лучшие верят. Товары. А значит, да. Дадим тебе шанс. Лучшие товары. Неторговый ресурс золота для тебя. Куда тебе эти отправить, а? Автоматически не хочется.
доверять такие вещи. Ну, отправься в золото для тебя, что тоже не торговый. А союзник, ну, в Испанию, там, в Италию. Иди в Италию. Да, мой повелитель. Работай. Да. Убийца ждет приказа. Опа, фракийцы тут целый... такой стек диаспоры прислали. Своей. Ох ты, засада. Но в него верят. А ну-ка, давайте отдадим. Проиграл, елки-палки, лучникам проиграл. Ну ты... стыдоба, а. Ну просто стыдоба. Давайте вот наемников сейчас натравим на них. Еще эти лучники неплохо так набили. Морду. Все возможно. Повелитель, чем могу вам помочь? Сейчас же переговорю с ними. Да, мой повелитель. 700. Получаю товары. Вообще не зарабатываешь. Повелитель. Товары. Хотя торговый ресурс. А, это все не торговый для тебя. Ты из этого. Ну, иди тогда банкроть. Тут вот молодые перспективные. Все, правда, тоже не торговый ресурс для тебя будет. Ну что поделать? Отгони. Выиграли. Но у меня была мысль, что сейчас... Да ладно, он еще и возле поселения в любом случае остается. Что проиграет в любом случае сейчас. Что это не поможет нам. Члены семьи, все дела. Сделай красиво. Мы будем править. Свали, торговец наших точек. Это наш рынок. И мы хороним германцев. Они объявили нам войну, и они пожалели об этом. Но некоторые, хотя успели переметнуться, некоторые сделали умные вещи. Они присоединились к нам. Они присоединились к победителю. Так, ладно, давай это ремонтировать не будем. Это все сразу снесем. Стены в любом случае ремонтировать придется. И храм Юпитеру. На этом разойдемся. А вы мятежными, да, стали? Мятежные души. Отставить. Где-то здесь нужно будет ставить лаги. Хотя можно будет и здесь поставить. Ничего страшного, мы перебросим армию. Одну, если что. Далеко по дорогам. Ну просто в случае контратаки на нас они не смогут напасть неожиданно отсюда. То есть этот стек мы посадим вот тут. Нанимаем бойцов. Ладно, переобучить. Под конец. Во все тяжкие прям пойдем. Нанимаем. Восстание давить тоже нужно. Ты, дружище, переобучи этих. Готовь еще легионеров. Нам нужно будет пополнять армию, которая идет давить здесь восстание. И переобучить ее. Можно, чтобы этот стек немножечко залез в... ну, в Альпы, в Германию, скажем. Жду так. Жду вашего приказа. Могу вам помочь? Да, мой повелитель. Можно.
этого периода. Характеристики увеличены, фракция уничтожена, наш конкурент вытеснил врагов. Повелитель? Ты заходишь в город, наводишь порядок, замечательно, тут даже можно налоги поднять. В Кордубе волнение. А тебя надо переобучить все-таки. Ну, первыми отхватывают отряды, которые поближе к краю. А у нас крайними оказываетесь вы. Зайдите, переобучитесь. А, тут кавалерию нельзя еще. Ну ладно, лучник туда со всадниками уходит. Нужно было объединить. Большая империя требует большого внимания. Флот отправим где-то вот здесь, у берегов Дании, охранять наши интересы. Вперед. Грека, а ну-ка, Грека, иди сюда. Тут мы тебя и обучить, если что, сможем. Ну да, тут уже есть академия хоть какая-то. А именно атаку возглавят наши. Приказы, свои ребятки. Протекционизм — это дело такое. Ну, еще одну башенку. Еще одну башенку, ну, пожалуйста. Кто будет брутов давить? Да? А, так-то тоже нужно собрать нам сразу стек для этих нужд. В идеале. Где-то рядышком посадить его. Как раз вас переобучить сможет. Этот грек даже никуда не хочет лезть. Просто игнорит. Мы Винни-Пуха могли бы отправить, кстати говоря, вот здесь сразиться, просто послушать его речи. Как там обстоят дела с медом? Правильно? Выделить ему, допустим, вот такой вот отряд. Но это далеко, слышь, ты ушел. Ему в поход на следующий уходить уже. Ему на следующий ход уже в поход идти. Ты, мерзавец, бегаешь от меня. Пусть торговцы пока ходят сами. Если вдруг увижу, что кто-то не доходил, тогда уже поправим это дело. А ну-ка, отмена, отмена, отмена. Сработает сейчас? Они-то напали, отмена здесь не сработала. Сейчас кто-то еще должен ходить. Победа! Нужно отменить. Вот ты. Все отставить. Уходим. Господин! Готов! Восстание подавлены. Возвращайтесь на базу. Господин! Причем, так как мы парочку там убрали, этих можем тоже отправить дежурить на базу. Пираты уплыли. Ладно. Карфаген занят наймом основной армии. Я вот здесь флот чуть усилю. В перспективе еще, может быть, он заплывет в пальму и сделает красивые вещи. А преторианцев мы отправим сюда чуть переобучиться. О, новичок прибанкротить можно будет.
Но это отчасти очень полезно, что появляются новички на ранних стадиях игры, а когда уже более поздние, это уже начинает надоедать их, банкротить и следить за ними. На автоматически, ну, будет банкротить наших часто, если довериться этому автоматическому управлению. Мы видели, автоматическое управление не лучшим образом себя проявляло. Вот тут все построил уже, да? Давай еще городскую стражу на всякий случай из местных найми. Проблемы могут возникать. Здесь, по идее, еще торговцы... А, нет, торговца нет еще. Одного. Хотя, зачем кузница? Лучников еще, ладно, кавалерию тут тоже можно. Кузница не. Кузница это не для нас сейчас. Все перестроили основное. Карфаген. Армия большая, храмы, казармы. Тут все есть, но еще влияние культуры чужое, и народ недоволен. Хотя, с другой стороны, и в оригинале часто вот поселения с крупными такими центрами населения сложно было утихомирить. Не хотели успокаиваться. Приходилось объяснять, что да как. Давай, тут тоже не снес вредные постройки. В Готи можно шахту возвести, пока порядок поддерживается. В Домусе тоже, и все замечательно. Приказы. Вперед! Строим башню. Ну что, из этих ребят нужно сейчас формировать стек, который пойдет гасить амазонок. Император! Вперед! Полководец! Займется этим вперед! Бава. Ну, имя такое, полководец! Можно доверить ему. Полководец! Столь важное задание. Полководец! Лучников всех, полководец! Конечно же, вперед! Определяем. С колесницами в перестрелки придется вступать. Также застрелов, кавалерию, собак выделять особой необходимости нет. Копейщиков, да, но копейщиков не так много. Наемников оставим. Секретность гарантирована. Повелитель. Секретность гарантирована. Иди сюда. Не факт, что ты доживешь до этого дня, когда дойдешь туда. Господин! Но иди. Построить башню! Ну и твоя эпопея с вышками уже заканчивается. Вот здесь только вышку еще можно поставить. Господин! Подожди, а тут переобучать я не могу легионеров. Это нужно в мотогонщика гнать их, да? Либо в Алезию. Ну, в Алезию можно. Надо было раньше ознакомиться с этим списком. Император! Вперед! Все-таки их сейчас переобучить, а потом только отправлять гасить это восстание.
другой стороны можно и вот так вот сделать. Быстрее и проще. Кавалерия готовится. Кавалерия тут сможет переобучиться. Я готовлю уже и кузницу получше. С римлянами драться. И, а ну-ка, высаживайся. Ты в первую очередь высаживайся. Хотя нет, подплыви пока. Пока просто подплыви, никого. Но он армию куда-то высадил, судя по всему. Причем флот пустой ушел. Угу. Атаковать врага! Атакуй. Держи. И сейчас к вам подойдет гениальный полководец. Выполнять все, что он скажет. Скажет ловить пчел, будете ловить пчел. Давай более опытного пытаемся потопить. Усиль. Мало ли, где-то у них тут припряталась более мощная сила. Ты что простаиваешь, а? В принципе, как... Давай легионеров в кавалерию нанимай. У нас не хват. Ничего. Могу вам помочь? 15 монет. Нехило. 15 монет нехило. Ты еще и ласты склеил. Откуда ты, Готия? А, это твой регион еще родной. Ёперный кардобарь. В родном, считай, регионе да? Ласты склеил ты, а? Я посмотрю, что можно сделать. Этот нубасик еще и зарабатывать начал. И на янтаре наш торговец тут прокачался. Чувствует себя уверенней. Жду вашего приказа. Да, мой повелитель. Вон ты двушка, он один. Но обанкротил, молодец. Торговать здесь не сможешь. Сию минуту. Я посмотрю, попробуем испытать твою удачу и дальше. Насколько сможет банкротить этих мерзавцев. Чё ты там хочешь? Простаивающие? Ну нет же этих кандидатов на усыновление. Мужей, сыней, эней. Так на тебя можешь... Подожди. А, подожди. Нет, тогда займемся сейчас. Давай займемся. Установкой выше. Да ну, что может быть еще важнее? Важнее этого не может быть ничего. Кавалерии побольше подтянуть бы. Ты займешься наймом кавалерии. Просто если что, из города мы ее сможем перебрасывать из одного в другой и в идеале как подкрепление еще перебрасывать. Нет, ты останься здесь. В Алезии мы еще нескольких бойцов, вон там лучников, для баланса подготовим, и они уйдут в поход. Мы в курсе. Ну еще вышка, ну ладно, ты подождешь. Ты сопли пожуешь пока что. Если ничего такого еще сверхъестественного не случится, что точно нужно отменить сейчас и принять другое какое-нибудь решение. На самом деле это увлекательно. Давайте все разумно. Не-не-не. До скорых встреч. Ну как ты это весело и говоришь, то, что скоро умрешь. Интересно, ставить вышки, да, вот как
устанавливать базы, чтобы там адекватно реагировать на какие-то внешние угрозы. Отчасти в реальности все делать, но тут рутина местами убивает всю интригу. Торговцы. Вареции однозначно сейчас берем. Так, ну тебе можно торговлю развивать. Давай. Вареции мы это игнорируем и улучшаем Колизей. Потому что пока что первый уровень нам гладиаторов не открывает. А вот второй уже да. Со вторым уровнем будет интересней. За подготовку отвечаешь теперь ты, преторианцев. У тебя что? Казарма пусть будет. На подмарте казарма. Эбарак, казарма. На казарменное положение всех. Лептис обучение. Тут тоже готовим. Семейство будет разрастаться. Лучше, если что, хотя бы, чтобы тут в академии чаще встречались. Ладно, разрушать это пока ничего не буду. Восстание. Интересно, куда прутся вот франки, да? Здесь несколько мятежников. Ну и безусловно. Их уничтожить это... Если они хотят, благая цель. Но почему-то я очень сильно в этом сомневаюсь, что он хочет уничтожить их. А по идее, тем более на текущей стадии прохождения, они уже хотят уничтожить нас. Либо это просто маразм. Когда мы видим везде предательство. Когда мы видим везде подставу. Вперед. Все-таки вот этот стек перегоняем. Или давай вас. Пока только целиком. Дальше вспомогательную пехоту. Лучников. Кавалерия. Выдвигайтесь вперед. Всадников нет. Но всадник, если что, тут отлично. Вот этот стек тут сядет на границе и будет охранять. Вы отправляетесь к Амазонкам. У-ху! Ребятки, ну звучит-то красиво, да? Вы идете к амазонкам. Вы к дамам. Только эти дамы там по зубам будут стучать вам. Не вы им, а они вам. Ну, с этой фразой можно поиграться. На самом деле. Что она значит и каково ее значение этой фразы. Все, армия заходит, садится в поселение. Артиллерия не дотягивается, к сожалению. Ранняя когорта вперед. Тут стек, ну, за себя постоять сможет. Мы в этом уверены. Тебя распустим. Просто нужно обезопасить этого друга. Как-то странно себя. Ну, местный Дэдпул, назовем его так, ведет. Местный Дэдпул себя ведет немножко странно. Полководец уйдет от вас, не переживайте. Можно и сарматских лучников будет распустить.
Ну или с полководцем отправить кавалерию дальше путешествовать. Кавалерия быстро перебросится с одной точки в другую. Переобучение. Ну, крестьян не будем переобучать. Один отряд лучников оставим, остальное самотеком. Восстаний в Испании нет. Вот еще Испании. Да, восстание. Приходится зачастую этот, проверять все. Отвлекли меня немножко. Ну, в этой серии у нас вообще как-то без вызовов, да? В сражениях. Там ближайший вызов это вот, ну, Бруты, Сципионы и сам Сенат. Остальное он даже... Ну, можно, согласен насчет фракийцев уничтожить, там предложения давно поступали, их укатать можно и не... и вообще плевать на наш рейтинг, да, там, доверие-недоверие. Да тут уже фракций не осталось. Мы сами правим миром, мы делаем, что хотим. Кроме нас никто... не смотрит, да, там. Общаться с нами только мы и сможем, да? В принципе, мы есть Сенат уже, но с Сенатом придется воевать. А вот общаться с другими... А подожди, как я мог? Как я мог забыть про тебя, Винни? Винни, родной! Винни... Винни, иди сюда. Все, потопили. Потопили. Здесь мы можем сейчас переобучить как раз быстренько вас. И, ну, штурм... Ладно, давайте в следующей серии сыграем. Штурм, потому что тут лично будем штурмовать. В любом случае, шансы у нас будут хорошие выиграть. А, нужно будет переходить, перехватить в идеале эту армию. Но послушать речь. Самое главное... Мы начнем серию с Винни-Пуха и его пчел, но хочется верить, что он придумает что-то еще. До следующей серии, с вами был Вирус, всем добра, пока-пока.